Ух ты, какой у отца был клевый ремень! Точняк для моих штанов. Опа, а это что такое? А ты чего тут все разбросал? Да это же мой старый чемодан. Да я хотел твой ремень погонять и нашел вот это. А это, сынок, я сделал еще в детстве, где-то в твоем возрасте. Какие-то детские вырезки. Это мои мечты. Это все висело в моей комнате. Мечты? А почему ты не держал их в секрете? Ведь если о мечте расскажешь, то она не сбудется. Я это сделал для себя, а не для того, чтобы другие смотрели. Понимаешь? Одно дело в голове держать свои мечты. Другое – каждый день видеть их и делать все, чтобы они сбывались. Вот я и стал листать журналы, искать похожие на мои мечты картинки и вырезать их. И у тебя все получилось. Да, я хотел стать чемпионом, лучшим тренером, иметь счастливую семью, хороший заработок, друзей, путешествовать по миру. Многое у меня получилось, ты сам видишь. Каждый день я смотрел на свои мечты и действовал. Многое? А почему не все? Значит, это не работает? Еще как работает. На самом деле это не плакат, а карта мечты. Она как ориентир в моей жизни. Вся жизнь в твоих руках. Ты все определяешь сам, если захочешь. Пап, это так здорово! Я хочу ответственно подойти к выбору своего пути по жизни. Молодец! Давай твою карту вместе сделаем.